знаю. Вы что, не врубились? Если вы думаете, что меня можно запугать побоями и пытками, значит, вы абсолютно ничего не знаете о Драговиче. Мне ничего не даст это признание. Подумай о том, что ты можешь потерять. Будем продолжать? Или ты нам все расскажешь, и мы гарантируем тебе жизнь? За мной охотились по всему земному шару. Вы меня нашли, и они найдут. Они в курсе ваших дел. Они, небось, скоро нагрянут сюда. Зачем? Драгович обрубает концы. Я никогда с ним лично не встречался, только со Штайнером, немцем. Что именно ты делал? Меня наняли стабилизировать некоторые летучие смеси. Что за смеси? Нова-6. Биохимическое оружие. Вы привели их ко мне! Пригни голову! Нет, вроде нет. Повезло. Спецназ на подходе! Держи в поле зрения! Противник уничтожен! Меняю магазин. Окно справа. На крышу. Черт, снайперы! Это попасть в Берите, что нужно. Они будут здесь минуту на минуту. Для покойника ты хорошо подготовлен. То, что я признаю неизбежной своей участи, еще не значит, что я тороплюсь ее встретить. Ну ладно, как скажешь. Ладно, со мной. Хансон слева! Шумовая!
Точно! Внизу еще двое. Нет проблем. Я разберусь. Драговичу явно очень нужно тебя заткнуть. Что ты не договариваешь? Я же рассказал про новых шесть. Где их база? Вьетнам, Лаос, Камбоджа. Он засел на Урале. Я вам дал командира и заканчивает свой проект нового. Что еще? Сплетни, слухи, хоть что-нибудь. Спасибо, Драгович! Я сам за собой уберу!
как у вас двоих с патронами. Нам еще идти и идти. Полите подарочек! Бежим!
Черт! Пошли! Отбор! Говорит Редай! Нужна срочная эвакуация! На земле! Высотка 4! Вас понял, Редай! Скоро будем! Ничего себе тут пенемерки! Объект у вас! Отрицатель! Класс, Борт! Конец связи! Давай, Ханс! Тут можно спустить! На! Отец был музыкантом в Сталинграде. В период немецкой оккупации его скрипка радовала сердца чудесной музыкой. Уивер не отвечает. Выдвигаемся. Не спи, Мейсон. Давай, пошли. Писки назад. Привет, Экстрей. Запуск вот-вот начнется. Мы на подходе. Прием. Понял. Времени мало, Мейсон. Пошли. Что-то не так. Слишком высокая активность. Янки 1-3, прием. Янки 1-3, прием. Уивер молчит. Вот, смотри, что там. Пошел отчет. Это Союз-2. Запуск запланирован через 10 минут после Союза-1. Впереди станция связи. Мейсон, движение на дороге. Разберись. Черт, это Уивер! Его взяли! Ваш коллега не стремится объяснить свое присутствие в комплексе. Кого там еще несет? Сложите оружие, и вам сохранят жизнь. Это Кравченко, заместитель Драговича. Последнее предупреждение. Ничего не попишешь, Мейсон. Уивер все. Я знаю. Вместе. Понял, Эксрей. Виски прикрой дорогу. Уивер попался. База в повышенной боеготовности. Держите позицию. Мы подходим. Понял. Ладно. Идем. Вертолеты, шевелись! За мной! Шевелись! Порядок. Пошли. Нам нужна форма. Я займусь тем, что на земле, а ты вторым. Давай.
Давай уберем их подальше. И что? Спасение Уивера оказалось важнее задания убить Драговича? Уивер был русским, но неплохим. Надеюсь, в Иркуте ты выучил русский, Мейсон. Хорошо бы да. Надо спасти Уивера. Не стрелять, маскируйся. Эй, что это за шум? А, чертовы псы! Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их, и дело с концом. Ладно. Есть. Брукс и Боуман должны быть впереди. Экс-рей, это Виски. Вижу противника. Сейчас разберемся. Что с Уивером? Он попался. Действуем согласно плану. Выбираем момент. Ладно, пошли. Что происходит? Повышенное давление в отсеке 12. Будь незаметным. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна сбалансировать любые колебания. Ты уверен? Уверен. Не выходит на связь. Похоже, они нашли тела. Все в норме. Делай то же, что они. Приди станция связи. Снайперы занимают позицию на крыше. Пара людей впереди. Ладно, Боуман, Брукс, уберите их. Проблема. Со мной. Готов? Зачищай этажи по ходу дела. Я лишусь связи. Прием на объекте. Всем патрулям доложить обстановку. Прием. Вперед. Черт, защита. Вперед. Мейсон, иди сюда! Арбалет, разрывные! Ну!
Я на лестницу. Противник заходит с севера. Нас прижали. У нас гости. Они под обстрелом. Подорви эти машины. Слишком слышно. Уроды возвращаются. Я возьму трос, а ты стреляй. Тормози, Мейсон. Вперед, пошел! Вивер! Ты справа. Ты слева. Ты можешь идти дальше, Вивер. Конечно! Сломал систему навигации! Меня раскрыли. Значит, с хитростью все. Теперь план Б. Мы можем отменить запуск. Надо добраться до командного пункта. Ты его спас. Дальше надо было выяснить местоположение группы восхождения и убить его. Я должен был убить Драговича. Нас раскрыли. Снимайте маски. Мейсон, сюда! Руки в ноги, сейчас будет жарко! Понял! Ограждение, контакт! Держу за сектором! Цель поражена. Отвертаю. За перилами. Цель за перилами. Стоп, пусти. Граната пошла. Нейтрализован.
Мейсон, пробей другому стену! Готов! 70 секунд до старта. Все системы в норме. 15 секунд. Кабель мачта. Уничтожим ракету. 12, любой ценой. 12. 1. Главное. Твою мать! Лучше испытаний не придумаешь. Чертов план! Бедняги. Там одни подонки. Они не стоят жалости. Надо их прикончить. Остатки группы восхождения попытаются сбежать. Боуман, Брукс, к северному туннелю в обход. Чтобы не вышли через заднюю дверь. Мейсон и Уивер за мной. Осколочная! Одним меньше. Уничтожено! Безупречно! Уничтожь! Вот он! Он в моем поле зрения! Вот меня! Граната в огне!
Прикрыть! Прикрыть! Вот они! Кидаю гранату! Тогда нам пора сматываться. Рано. Мы идем за Драговичем. Вернись, Мейсон. Кравченко успел сбежать от нас. Мы подобрались к самому главному. Драговичков там, верно? Мы обыскали всю базу. Этого ублюдка нигде не было. Мы теряем время. Он приедет. Но потом мы наткнулись на лимузин Драговича. Он был в моих руках. Ты доволен? Нет. Я не готов. Я должен увидеть тело. Драгович, ты убедился, что он мертв? Поверь, этот ублюдок та еще змея.